зоны Дюрвиля мозга. Немного поделюсь своими наблюдениями состояния синхронного резонирования и авторезонирования мозга. Термин придуман мною, означающий сонастройку и синхронизацию мозга одного человека с другим или человека с группой, группы с группой. Есть такая фраза: «Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты». Или фраза: «Яблоко от яблони недалеко падает». Или же такое выражение: «Живущая душа в душу». Мозг вибрирует или резонирует на определенных электромагнитных частотах и волнах. Причем есть несколько видов волн резонирования мозга человека. Но мы сейчас будем говорить о другом. Много кто слышал, что некоторое обучение у мастеров Востока или же учителей по саморазвитию происходит безмолвно. То есть ученик присутствует рядом с учителем и получает или принимает определенные знания, состояния, образ мысли или другие мысленные визуальные образы. Одним из способов передачи является синхронизация электромагнитных частот одного человека с другим посредством настройки на волну адресата различными способами. Иногда друзья, которые долго дружат, общаются, входят в синхронную фазу электромагнитных колебаний мозга. Часто такие случаи происходят с родственниками, с коллегами по работе, с людьми, которые определенный период общаются. И при данной синхронизации возможна передача состояния и информации как от одного человека к другому, так и к группе лиц. Также может происходить передача при помощи одного человека и голографического образа картинки, смыслового образа другому человеку с помощью видео или фото носителей, но это уже сложнее. Как проводить синхронизацию мозга и настраиваться на электромагнитные волны, излучаемые другими людьми, вы можете узнать у меня лично, либо в дальнейших моих роликах или на возможных тренингах. Подключайтесь на канал и узнавайте все новости первыми.